Всем привет, друзья! Я сейчас нахожусь на складе. Игорь у меня нашел в интернет-магазине одежда. Ну, это как военная, но он для рыбалки хочет купить. Сейчас, кому интересно, покажу, что здесь есть, какой выбор мне разрешили поснимать. Так что такие интересные вещи, может, кому понравится, можете сюда обратиться, приехать и приобрести для себя что-нибудь. Ну, когда мы зашли вот так вот, на стеллажах как бы все висит. Вот разные, смотрите, рюкзаки, как для похода, я как поняла. Есть поменьше. Так. Ну, цены назвать не могу. Это, наверное, надо будет... В интернет-магазине там будут цены, да? Вот. Так что посмотрите. Я вам визиточку сниму, вставлю. Так, обувь разная, кирзачи, вот даже перчатки есть, смотрите, какой шлем, так, такие шляпы. И береты. Но глаза разбегаются. Термосы. Походные. Фляжки. Вот чего только нету. Это не весь даже ассортимент. Это часть, сказали. Остальное в коробках. Вот, смотрите, склад большой. Вот. Сейчас еще пройдусь. Вот. Чего только нету. А? Глазки загребущие. Это что, майки? Фашистские. Фашистские, Игорь. Так. Военная одежда. Так, готовимся к рыбалке. Вот тут, наверное, даже, Игорь, утепленные подштанники есть. А? Ну да. Вот. Ой, китель Австрия, ты глянь. Игорь. Термоводолазка. Ой, сейчас сосредоточу. Так. Так что, ребята, кому интересно, вот свет тут не сильно, снимаю на телефон. Вот. Тут в мешках подписано, коробков. Ой, чего тут только нету. Так что вещь классная. Ой, Игорь, на подтяжка, как ты хотел. Штаны. Слышишь? Подсумки, подсумки. Вот такие. Любой расцветки. Смотри. Ну, короче, я вам трошки показала. Ой, тут даже, смотри. Ой, гостяки, еще термосы есть. И обувь. Сейчас будем выбирать. Ну, я там что-то выбрал. Выбрал? Забыл. Ой, там какие-то, я, похода. Ну, это коврики. Коврики, ну, наверху. Или, смотри, что? Шлемы. Угу. Короче, вот так. Большой склад, выбор есть, можно подъехать. А цены покажу. Цены покажу. Эту визитку, по визитке пройдете. Мы приехали с города, на улице идет ливень ужасный. Я не знаю, как мы завтра поедем, что это у нас будет за рыбалка. Ну, хорошо, что в домиках, а не на улице. Вот, покажу, купили для Игоря и для Антона эту одежду в том магазине.
которые я вам поснимала немножко. Купили сапоги Маше, купили сапоги Антону. У Даши у меня сапоги есть резиновые. Вот, купили продукты. Все, сегодня у нас медовый спас. Свекровь посвятила нам меда. Вот, так что всех с праздником. Ну, если по праздникам, нам не мешает. Это, Игорь, какая? Которую я говорила купить? Дорогая. Ну, это дорогая. Почти 80 рублей, да? Цену не говори. Я уже сказала. Я уже все сказала. Короче, это дорогая. А рука, мне кажется, на тебя короткий. Ну, большая, но рука короткая. А зачем большая рука? Ну, везде зацепить. Ну, задом повернись. Чтоб комары кусали лучше. Что так подальше, значит, чуть-чуть надо. А в середине ничего не затягивается? Вот так вот надо сделать. Будет красиво. Я свободно моденьку. Вот так. Они просто пухленькие, наверное, и коротко. Нет, он сказал, что под низ еще одевается одежда. Оно так и есть. Не знаю. Это может, застежка тут как-то. Этот хоба, хоба. И вот этот фокус. И все. Так, короче, не балуйся. Ну и штаны померяй. Вот клоун. Все, встань, покажи штаны. Вот это все отсюда убери. Я иду, тоже покажу. Да уже я покажу. Мы закупили. Подними ее, покажи. Что подними? Вот. И задом. А как я тебе задом? О, два левых. Отлично. Как два левых? Я шучу. Я тебе сейчас шучу. Нормальные у тебя сапоги. Есть промежуток. Более шесть. 44-й. Да, большие очень. Ну, если носки, ладно, там одеть толстые. Я еще 45-й хотела. А это зачем? Это затягивать сверху. Кого? Комары не чтобы комары эти, не затягивают. Кроты не влазили. Ну все, эти. Спецназ. Вот, Игорь. Ой, красавчик у меня мальчик. Ну, короче, мундирование дорогое. Рукав надо было подлиннее. Так, нормально. Все. Я пойду так войнушки играть. Но. Да, ну вот эти на размер больше, это Игоря. Это на два. Не, на размер. Ну, по ощущениям, да. Ну, эти большие, да, те лучше. Ну, можно было бы, конечно, под ремень. Ну, не, спадают. Ну, и лапсердак этот папин. Давай, примеряй. Ну, давай, попробуй, какашка. Только что ты снимаешь, я понять не могу. Ты красавчик. Не доказано. Давай. Что-то должен был мерить, а по мне. Так, и застегивайся. Вот тут, да. Да. Чего? И там внизу, в середине еще затягивается. И карманы есть. Это карманы. Как бы... Да. Карманы. Карманы есть. И это. Ну, это лучше, чем та. Но так ты опять записываешь все. Да, но та получается... Ну, почему не дали, вырежи. Ты меня не перебивай. Так я не перебиваю. Та получается сказал, что водонепроницаемая, ее в стиральной машине стирать нельзя. А это... А это получается с карманами. Ой, и этот хороший рукав. Повернись задом. И затянуть можно. Ну, это лучше. Сейчас сконцентрирую. Сфокусируюсь? Сфокусирую. Ну, поворачивайся. И длинная попу закрывает. Что, никто не смотрел? Все, снимай. Так, Маше купили сапоги. И только дома я увидела, как называется, найдите 5 отличий. Подними, Маша, ножки вот так. Вот. Рада красивые. На одном только застежка белая. Затягивать, которая, а на другом черная. Ну вот что это такое? А я у нее спрашиваю, что-то мне кажется, сапоги разные. Она говорит, нет, одинаковые. Показала мне размер внизу одинаковый. Я говорю, ну ладно. А как-то эти застежки я и не смотрела. А сейчас дома, гляньте, одна черная, одна белая. Ну капец. В магазине покупали. Можно так. Белый перекрасить. Да, надо черной краской красить. Все, так что такие у нас покупки одежды. Так, сейчас выкладываю продукты. Так, в середине они с этими валеночками мягкими. Так что тепленькие.
Вот так выглядят. Вот здесь затягиваются. Так, кому интересно, в каком магазине мы брали одежду, вот нам дали визиточку. Так что хотите, звоните или проходите по сайту и можете себе заказать. Это не реклама. Просто если кому-то заинтересовало, можете пройти.